На протяжении многих лет крупнейшее финансово-кредитное учреждение страны работает под девизом «Беларусьбанк всегда рядом». И это справедливо, ведь такой разветвленной сетью учреждений и гарантированной доступностью банковских услуг не может похвастаться ни один другой банк страны. Но многие поколения клиентов выбирают «Беларусьбанк» не только из-за наличия абсолютно всех видов банковских услуг и продуктов, и не только потому, что он развивается и идет в ногу со временем. А прежде всего, по самой главной причине, этому банку можно доверять. Не только можно, но и нужно ему доверять. Я руководствуюсь многолетним опытом работы с Беларусьбанком как физическое лицо. Поэтому всех призываю, да, банк главный, банк надежный, с ним можно работать и нужно работать. Мне нравится обслуживание в Беларусьбанке, и в последнее время действительно сервис очень повысился. Вот, и как бы, когда приходишь, это приятно, сразу тебе уделяют внимание, всегда готовы помочь, независимо от цели прихода. Банк все время идет ногу со временем, постоянно, непрерывно меняют какие-то интерьеры, что-то, новшества какие-то вводятся, как бы всегда приятно. В этом году крупнейший банк страны отмечает свой 100-летний юбилей. За век Беларусьбанк прошел путь от одной сберегательной кассы до системы, в которую входят 6 областных управлений, 119 центров банковских услуг, 125 операционных служб и 967 отделений, 87 обменных пунктов, 4 передвижные кассы и 11 удаленных рабочих мест. В учреждениях Банка Брестской области обслуживаются более 13 тысяч представителей бизнеса. И сегодня Беларусьбанк является лидером кредитования экономики, а потому он по праву является одним из двигателей развития всего Брестского региона. Если почти 70%, да, депозитов рублевых и чуть более 60% валютных, да, население нашей области хранит именно в Беларусьбанке, значит, это банк, которому наши люди доверяют. Ну и, конечно, что банк является самым активным участником во всех программах, которые реализуются в области, экономических, жилищных, развития аграрного сектора, строительства жилья и самые разные направления. Мало поддержки малого бизнеса. Поэтому вот то, что 87% всего жилья и инвестиционных кредитов, которые кредитуются в области, кредитуются через Беларусьбанк, это говорит еще о том, что банк участвует в определенной социальной функции. Своей историей путь к успеху и у Брестского областного управления номер 100. Именно здесь собрались представители органов власти, администрация банка, его сотрудники, ветераны, чтобы вместе отметить важную историческую веху. 26 декабря. Юбилейный, вековой юбилей Беларусьбанка. Вначале хотел бы сказать слова благодарности нескольким поколениям наших ветеранов, которые создавали этот банк. И я сегодня считаю, они передали надежные руки тем, которым действительно выпала историческая миссия праздновать и гордиться тем, что мы работаем в главном банке номер страны. Что касается нашего банка, в Брестской области самая разветвленная сеть. Действительно, наш слоган «Беларусьбанк всегда рядом», рядом с каждым, это в первую очередь относится к Беларусьбанку Брестской области. Мы на сегодня представлены 284 отделениями банка по Брестской области. А что касается сельской местности, то 38% сельских отделений из всей страны – это сельские отделения Брестской области. Поэтому мы рядом с нашими людьми, даже в самой маленькой небольшой деревне работают люди, которые верой и правдой служат системе Беларусьбанка ежедневно. В том числе мы представлены и на погранпереходах, где круглые сутки наши люди выполняют государственные задачи и гордо несут знамя Беларусьбанка в нашем регионе. 100-летний юбилей стал прекрасным поводом поблагодарить каждого, кто стал частью большой и дружной семьи Беларусьбанка и на протяжении долгих лет своим трудом создавал и выстраивал финансово-кредитное учреждение. За значительный вклад в формирование и реализацию социальной и экономической политики страны коллективу Брестского областного управления номер 100 было передано благодарственное письмо от председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко. А 30 лучших сотрудников получили в этот день почетные грамоты и благодарности от Брестского областного и городского исполнительных комитетов, администрации города и городского совета депутатов. Беларусьбанк я пришла работать в 98 году. Начинала я с курьера 104 филиала, доставка почтовой корреспонденции в отделение и Национальный банк.
Позже были кассир, и старший кассир, и экономист. Ну, а теперь я управляющий отделением. Приятно работать в системе Беларусьбанк. Мы, Беларусьбанк, это целая семья. Горжусь этим, горжусь тем, что что нас замечают, руководство и банка, и города, и награждают. И на работу идем как на праздник. В банке уже работаю 17 лет, если полных. Нравится мне работать с людьми, помогать им, решать их какие-то вопросы, которые у них возникают, связанные с финансами. Помогает мне, конечно же, наша слаженная команда. И очень приятно то, что вклад отмечен вот такой вот наградой. И очень приятно ощущать, что ты тоже какой-то внес толику в общее достижение. А достижение Брестского областного управления – это не только инвестиции в экономику и многочисленные социальные проекты в спорте, культуре, науке и образовании. Но и то, что с поддержкой финансово-кредитного учреждения решаются важные государственные задачи и улучшается качество жизни отдельных семей. Ведь недаром каждый шестой трудоспособный житель региона имеет кредит на недвижимость именно в Беларусьбанке. Здесь и дальше твердо намерены придерживаться выбора курса и не сворачивать с намеченного пути. Мы будем и дальше продолжать вкладывать в экономику нашей Брестской области, чтобы финансовое положение предприятий было более уверенное, финансово, и люди, которые трудятся, наши брестские жители на этих предприятиях, смогли более достойную иметь и заработную плату, и более достойное будущее. В юбилейную сегодня дату и преддверии Нового года, Рождества Христова и нашего профессионального праздника хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира и добра. И чтобы в новом столетии также Беларусьбанк оставался, благодаря их труду, банком номер один, который бы трудился на благо, в том числе нашей любимой республики Беларусь. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.